Сейчас улица Краснорядская закрыта для автомобильного движения. Как сообщил начальник управления благоустройства администрации Рязани Валерий Бибко, такое решение было принято для проведения ремонта улицы и замены асфальтового полотна на этом участке дороги. На этой улице очень много коммуникаций проходит, поэтому эти работы требуют определенного временного интервала и требуют необходимой подготовки для того, чтобы те смотровые колодцы, которые у нас выходят на поверхность, да, на проезжую часть, обустроить, чтобы было комфортно передвигаться и чтобы находились они в соответствии с нашими стандартами. Вот. Но здесь перекрыто для того, чтобы машины, которые будут проезжать, имеют еще намерение парковаться, а припаркованные машины будут мешать проведению работ. И в соответствии, чем, так сказать, меньше будет тех моментов, которые препятствуют проведению работ, тем быстрее эта улица будет подготовлена и на ней будут проведены работы. По словам начальника управления по благоустройству город-администрации Валерия Бибко, ремонт Краснорядской планируется завершить после майских праздников. Активные работы по благоустройству ведутся сейчас и на улице Ленина в районе остановки «Цирк». Здесь рабочие уже приступили к укладке тротуарной плитки вместо порядком износившегося асфальта. Работы проводятся у нас на улице Ленина, на мосту через так называемый Лыбинский бульвар. Вот там тоже было проведены работы по замене дорожного покрытия, и в настоящее время приводят в состояние тротуара, который находится справа и с левой стороны от проезжей части. Снимается там тот асфальтобетон, который находился достаточно продолжительное время, и проводятся работы по мощению тротуаров той плитки, которая у нас находится на улице Почтовой. Она снимается, она в нормальном состоянии, вот, укладывается на ту часть тротуаров, которая на улице Ленина, в том числе ее планируем сюда, на эту улицу Краснорядскую. Кстати, тротуарная плитка, которую укладывают на Ленина, раньше лежала на Почтовой. Ведь сейчас на Рязанском Арбате ведутся масштабные работы по благоустройству. Планируется обновить пешеходную зону, установить скамеечки и фонари. А старую плитку, которая в принципе весьма в приличном состоянии, решено использовать в других местах, таких как тротуар на улицах Ленина или Краснорядской.